Добрый день, я Таня Давыдова, понятный психолог. Сегодня очень много говорят про успех, это большая тема. Сегодня я вам расскажу про один очень важный элемент этого успеха, это поддержка. Я психолог, и ко мне люди приходят за изменениями. И я вижу, и они сталкиваются с проблемой, что они не получают поддержки в своем окружении. От мужа, от родных, близких, от подруг, от коллег по работе. А для изменения поддержка категорично важна. Потому что когда мы приходим за изменения, мы планируем изменения. Представьте себе, да, у вас не очень хорошие отношения с мужем, а вы их хотите изменить. Или у вас есть работа, которая удовлетворяет вас по деньгам, но вы ее не любите. И вам бы хотелось найти работу, которая бы вас воодушевляла, радовала, на которой бы вы поднимались утром с радостью. И это те изменения, которые вам предстоит осуществить. И вот подумайте, есть ли вам с кем об этом поговорить? Есть ли люди, которые могут вас выслушать, которые могут поддержать вас, да? Которые могут просто, которые просто в вас верят, и через это вам будет легче прийти к тому, что вам важно. Как по правилу, в нашем окружении есть разные люди. Есть, которые нас поддерживают, а есть, которые нас 15 раз будут тут убеждать, почему не стоит от этого делать. Вот у вас есть задача улучшить ваши взаимоотношения с мужем, да? И вы в эту сторону идете. Проанализируйте, пожалуйста, ваше вот окружение на предмет этого. Кто вот из подруг вообще ваших счастлив в браке? Кто вообще может поддержать эту идею? Кто вообще может дать какой-то совет дельный, да? Возможно, есть приятельницы, которые сейчас вот разводятся. И понятно, что общение с ними просто вот уведет вас в другую сторону. А если получается так, что и поговорить особо не с кем, то вам нужно искать новые контакты, понимаете? Есть же люди, которые развиваются, есть единомышленники, просто их нужно искать. Их нужно вот отыскать тех людей, которые тоже в этом процессе, кому эта тема тоже интересна. А если вы не ощущаете поддержки по вашему окружению, вероятно, вы вот и не с теми общаетесь. И возникает вопрос, а что вы делаете для того, чтобы были люди, которые вас поддерживают, которые вас одобряют? Ведь под лежачий камень вода вот и не потечет. А вот у нас получается так, что мы хотим поддержки, но общаемся с людьми, которые знаем 20 лет, которые находятся в отрицательных эмоциях, и мы надеемся как-то, понимаете, как вот эта рутина так происходит, что мы одного хотим, а делаем все то же самое, то, что делали и раньше. У меня лично была такая история, когда я задумалась о детях и с удивлением обнаружила, что у меня в моем окружении нету ни одной подруги с детьми. Просто мы не думаем, что мы можем изменить свое вот окружение, что мы можем найти новых друзей и меньше общаться с теми людьми, которые отрицательно влияют. На самом деле мы имеем на это полное право, потому что мы можем выбирать окружение. На одном из женских курсов я делала такое вот упражнение, и в группе оно было очень полезно. Я вам сейчас его расскажу. Вы можете просто взять и табличку такую сделать, плюс люди, которые вот от которых позитив у вас остается после общения, нолик, то есть люди, когда и не плюсы, и не минусы, да, то есть вы как ушли в эмоциональном состоянии, так и пришли. И отрицательный знак минус. И просто, да, всех, кого, все ваши отношения, приятельницы, одноклассники, муж, свекровь, свекор, знакомые, коллеги, просто в эту табличку вписать. И вы сразу увидите, да, вот увидите, кого вас больше, да. И вы имеете полное право начать меньше общаться с теми людьми, которые вас попадут в минус. Конечно, если, посмотрите, если это ваши родственники, например, это ваша мама или это ваш тесть, у вас нет возможности просто перестать общаться, да? Но вы можете это общение сделать более формальным, более редким. И главное, наращивать тех людей, которые у вас будут в плюсе. Если у вас будет поддержка, если вы создадите себе эту поддержку, да, вы выберете тех людей в свое окружение, которые будут вас поддерживать, вам легче будет жить и легче приходить к тем целям, которые вы сами себе наметили. Желаю вам много поддерживающих людей, много поддержки для того, чтобы вам легко было и приятно идти к вашим целям. Увидимся!